Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Арина, у тебя вопрос сразу вот мне зародился, пока ты представляла нас. Ты знаешь, что более 50 миллионов женщин России страдает варикозным расширением вен? Ты знаешь, я слышала, что не только даже женщины, но и мужчины сейчас страдают. Но более того, варикоз молодеет. Варикоз молодеет, но у нас сегодня есть решение. Антиварикозные колготки, да какие, с говорящим названием за себя доктор. Вы только послушайте, что грамотное плетение волокон, особое плетение волокон, создает правильную компрессию, грамотно расположенную по всей поверхности изделия. То есть вены получают необходимую компрессию для того, чтобы заняться профилактикой варикозным расширением вен. Вы только послушайте, эффект массажа – это идеальное решение на лето. В идеальное решение на лето впервые премьера на телеканале Shop & Show. Антиварикозные гольфы. Эксклюзивная цена. За 1499 рублей вы получаете сразу 7 пар. Только представьте, это запас на целый год. Насколько я знаю, варикозные колготки и также гольфы очень и очень практичные и прочные. 300 рублей экономии, два цвета на выбор. У нас есть бежевый, есть черный. Называйте в колл-центре тот цвет, который вам хотелось бы увидеть в своем заказе. Ну что ж, давайте посмотрим. У нас в гостях Наталья. У Натальи проблемные ножки. Давайте посмотрим прямо сейчас. Вот я вижу прямо из-за стола сейчас на Наталье, что это, вот навскидку, это уже вторая стадия варикоза. Вот она, вторая стадия варикоза у вас на экранах. Что такое варикоз? Посмотрите, пожалуйста, вот они вены, чтобы было хорошо видно. Вы сейчас видите в прямом эфире. Вот это варикозное расширение вен. Варикозное расширение вен, дорогие мои, есть не что иное, как сбой в циркуляции крови, то есть нарушение циркуляции крови. Да, Арина, это заболевание. Вот это вторая стадия, это заболевание. Вот здесь, посмотрите, вены стали синюшными, все это видно. Вторая стадия варикоза, можно себе помочь. На ваших экранах, друзья, здоровые вены, они никак себя не выказывают. Красными стрелками обозначен отток крови, циркуляция крови. Венозная кровь должна идти вверх, то есть застой не происходит, нога чистая, вены ровные не выпирают. А вот они, варикозные вены, посмотрите, казалось бы, те же красные стрелки, да, но они не совершают свой отток вверх, потому что не работает хорошо венозный клапан. Вот они, венозное болото образовалось, вена, Арина, тонкая сосуд, да, на самом деле начинает выпирать, и вот так вот виден варикоз. Вот именно поэтому Наталья выбирает для себя сегодня антиварикозные гольфы. Обратите внимание. Ты знаешь, Василий, я уже заметила сразу, не только здоровье, да, не только мы профилактику делаем, но это еще и эстетическая красота ножки. Совершенно верно. Здоровье, да еще и красота. А вот посмотрите, вот здесь вторая стадия варикоза, мы с вами разобрали. А вот посмотрите, нога-то чистая. Заметно вена была, да, когда-то. А потому что Наталья сейчас надела гольф-доктор. Посмотрите, как хорошо, вот идет 100% компрессия. Если идет, друзья, компрессия, то идет, улучшается циркуляция крови вверх. То есть вот здесь венозного застоя, как вот здесь, посмотрите, почувствуйте разницу, не происходит. Вот она, компрессия, необходимое давление 100%, двигает венозную кровь вверх к сердцу, венозный клапан ее качает. Ну, как они работают? Расскажи, пожалуйста, наши гости. А давайте посмотрим, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вот они, синие стрелки, показывают усиление компрессии именно в области лодыжки, в проблемной зоне, где нам с вами нужно это и сделать. И мы это делаем с вами грамотно. Ну вот в чем, посмотрите, секрет, давайте посмотрим прямо сейчас. Смотрите, вот они, наши гольфы, да, которые вы видите. Кстати, размер у нас от 37 до 41. Обратите внимание, так, что это, рассказывай, Василий, скорее. А вот они, вот оно, это особое плетение волокон. Посмотрите, друзья, вы видите на своих экранах, вот оно, видите, как переходит? Вот это особое плетение волокон создает грамотную компрессию, правильно расположенную по всей поверхности изделия. В области щиколотки, в области лодыжек идет 100% компрессия по мере движения к бедра. Она, конечно же, уменьшается для того, чтобы вам было комфортно их носить. Гипоаллергенные, стойкие, посмотрите, не вызывают никаких аллергических реакций, дышат. И вот это самое главное, компрессия, правильно расположенная, дает универсальное
просто профилактику для варикозного расширения вен. Ты знаешь, Арина, на первых стадиях варикоза вы значительно улучшаете состояние своих вен. То есть нет вздутий, нет отеков, нет боли, вы это не чувствуете. Есть здоровые, ровные ноги. То есть мы с вами избавляемся от отеков, мы с вами избавляемся от боли, мы с вами профилактика варикоза совершаем, да, мы с вами не носим обычные гольфы, мы носим с вами гольфы, которые избавляют нас от боли, которые предотвращают варикоз. Вы согласитесь, что лучше проблему предотвратить, чем потом ее лечить. За 1499 рублей вы получаете сегодня 7 пар гольф. Уточняйте цвет, который вы хотели бы заказать у нашего оператора по бесплатному телефону. Набирайте бесплатный телефон прямо сейчас, премьера на нашем телеканале. Антиварикозный гольф, идеальное летнее решение. Вот для тех, кому Василий доктор, да, прописал именно носить колготки антиварикозные, но летом это невозможно из-за жары. Гольфы – это прекрасное решение. Ну что ж, давайте посмотрим, как вообще правильно надевать и как носить гольфы антиварикозный доктор. Да, пришли домой, устали, пощипали свои икры, потому что болят, ноги гудят, как будто пудовые гири привязали. Легко надеваете, ну как вы привыкли надевать. Посмотрите, как они хорошо держатся на ноге. Удобно, одели домашнюю обувь, вышли на улицу, захотели в магазин пройтись куда-то, разговариваете, садитесь и все. А здесь идет профилактика варикозного расширения вен. Только не забывайте надевать антиварикозные колготки, которые говорят сами за себя. Они называются «Доктор». Это гольфы. Гольфы прекрасны в летнее время. А что-то я сегодня заговорился. Давайте дадим слово Наталье. Наталья, что вы чувствуете, когда познакомились с гольфами? Расскажите, пожалуйста. Очень комфортно себя чувствую в этих гольфах. Они прекрасно поддерживают ножку, вены. Вообще люблю и колготки, и гольфы. А гольфы особенно в летнее время, так как страдаю этим заболеванием с юности. Досталось мне плохие веночки в наследство. Вот. И в жару гольфы просто замечательно, потому что, во-первых, не так жарко, а во-вторых, их можно и под юбку, и под брючки надевать. И под юбку, и под брюки, да. Замечательно. А даже вот когда перелеты, советуют, даже продают специально гольфы поддерживающие, чтобы веночки, вот авиаперелеты, да. Я имею в виду, чтобы веночки держали вот такие вот. Чтобы была компрессия на вене создавалась. Как раз, друзья, правильное слово сейчас сказала Наталья. Компрессия. Вот именно вот эти гольфы универсальные, уникальные. Вы знаете, для лета вот это просто находка для вас. Такая необходимая компрессия идет. Это видно все на ваших глазах. Вот эта компрессия очень хорошо держит вены. То есть хорошо улучшается циркуляция крови. То есть венозная кровь совершает грамотную отток вен. А вот еще посмотрите, слово «удобно» сказала Наталья. Вы услышали? Я услышали. Я вам сейчас объясню. Посмотрите, они не скатываются вниз. Да. Это, во-первых, видно хорошо. Да, Арина. И сейчас, посмотрите, я сейчас приспущу немножко. Для чего я это делаю? Вот резинка, заметьте, от носочка бывает резинка, да, еще что-то давит вот здесь. Так. Хорошо оператор показывает, да, Арина, ты видишь? Здесь нет никакого передавливания. Супер. То есть вены не передавливаются. Как же это замечательно. Теперь я опять подтягиваю назад, как было. То есть, во-первых, это с вами имеем идеальную 100% компрессию, раз. Во-вторых, замечательно для летнего времени, два. И самое главное, компрессия, которая создается здесь, в-третьих, улучшает циркуляцию крови настолько, что вы, друзья, в значительной мере можете улучшить состояние своих вен на начальной стадии варикоза. Вы носите их летом, они идеальны для летнего сезона. Носите их зимой под брючки. 7 пар. Премьера на телеканале Shop & Show. Звоните, телефон бесплатный. А дома применяйте каждый день их дома. Надевайте с удовольствием. Поверьте, ваши ноги будут вам благодарны. Они скажут вам спасибо. Антиварикозные гольфы смотрятся на ноге богато, красиво. Многопочар подчеркивается стройность ноги, упругость кожи, красота кожи, как выравнивается кожный тон ноги. Вы это видите. Но это еще и великолепная профилактика. То есть вы избавляетесь от боли и от неприятного распирания. Все это антиварикозные гольфы.